Вы на канале улицы Москвы, и мы находимся близ деревни Картмазово. Это следующая деревня после метро Саларьево. Ну, учитывая, что Саларьево тоже несколько в стороне. Вот, ну, короче говоря, эта деревня находится между Московским и Саларьево. Дальше чуть-чуть примыкает автодорога. Вот автодорога Солнцево-Бутово. А здесь вот девелоперская группа Инград уже практически завершила строительство жилого комплекса Филатов Луг. Ну и мы здесь в первую очередь для того, чтобы прогуляться по его окрестностям, так как нас не пустят пока что внутрь. Вот-вот произойдет заселение, но еще пока что этого не случилось. А поэтому здесь стоит ограждение. Так, человечек пройдет. Сейчас мы... Так, если я ничего не путаю, мы сейчас движемся по улице Московская, деревни Картмазово. Ну, само собой, разумеется, деревня эта в состав Москвы вошла только в 2012 году, а улица уже была эта. Ну и вот улица Картмазовские пруды, по которой числятся вот эти здания, она здесь проходит параллельно. Вот сейчас поехала корпоративная машинка Инграда. Вот, как раз по улице Картмазовские пруды. Ну, а, собственно, сама улица названа по пруду в деревне Картмазово. Да, тоже тут довольно крупный жилой комплекс. Будет называться Филатов Луг. Несмотря на то, что он несколько отстоит от данной станции метро, она будет дальше, если двигаться по автодороге Солнцево-Бутово. Вот. Ну, мы, конечно, отсюда хорошо можем увидеть эти дома. Их можно также будет... Ну, а там почему-то на домах написано «Московский». Ну да ладно. Яндекс показывает, что это Картмазовские пруды. Адреса. Ну, такое еще движение здесь автобуса. Точнее, автомобилей. Так, туда у нас Саларьево. Саларьево парк. И улица Саларьевская. Ну, тут деревенька такая с отдельными зданиями повыше. Вот видим. Возможно, их под сдачу в аренду строят. Там такого много, собственно, в населенных пунктах, которые рядом с Москвой. Так, вот у нас... Осваивают постепенно новую Москву. Пик, Инград, А101. Много здесь строят. Сюда можно доехать от остановки, ну, добраться от остановки Картмазово на Киевском шоссе. Она будет следующая после Саларьева. Насколько я знаю, когда-то давным-давно, вообще не существовало остановки Саларьева. После Румянцева была следующая Картмазово. Так, ну что, еще там опора высоковольтки. Проходят здесь высоковольтные линии между корпусами вон. Так, там я уже говорил, за этим лесом автодорога Солнцево-Бутово, которую вроде планировали изначально до Видного сделать, но непонятно, как
Ну вот самолетик летит рядом. Аэропорт Внуково у нас. Вот. Вот такой вот жилой комплекс. Недалеко от Киевского шоссе. Ну и, наверное, где-то на одинаковой удаленности от метро Саларьево и Филатов-Луг.